Ты читал руководство пользователя? Я хочу, чтобы обо мне перестали говорить. И не надо делать такое невинное лицо. Я все слышала. Я знаю, о чем вы, парни, постоянно разговариваете. Я ее обожаю. Ты не собираешься поднять свою задницу со стула? Или мы все должны делать сами? Конечно, это ведь женское занятие. Вам это еще нужно? Да нет. Мне на все наплевать. Это единственный выход. Остался еще один кусок торта. Нет, спасибо. Фред, спасибо. У вас есть закурить? Спасибо. Вам не холодно? Да, мы сейчас придем. Точно торт не будете? Хорошо, я возьму. Спасибо. Везет же некоторым парням.